Добрый день, дорогие и наши любимые педагоги! Сегодня мы собрались в этом уютном месте накануне профессионального праздника Дня Учителя. Удивительный этот дом, школа. Здесь все перемешалось. Детство и зрелость, юность и романтика, наука и искусство, мечты и реальность. Школа живет интересной жизнью. Люди, однажды пришедшие сюда по зову сердца, никогда не покинут этот вечно кипящий страстями дом. И пусть в этом доме ребята кричат только от радости, морщинки на учительских лицах будут следами былых улыбок. Прекрасными маршрутами познания мы совершаем жизненный поход от букваря до тайны мироздания, от школьных парт до солнечных высот. И в этом беспрерывном восхождении, как проводник, внимателен и строг, ведет путем труда и вдохновения товарищ и наставник-педагог. Хоть в школе мы совсем недавно, мы первоклассники пока, но всех учителей поздравим, ведь школа стала нам близка. Желаем вам побольше счастья, чтоб слушались ученики, чтоб каждый день и час за часом они старались у доски. Пусть будет радость, достатки, а жизнь вам дарит лишь успех. Пусть душе пусть будет лишь порядок, а сердце теплота навек. Пусть мы только первоклассники, но желаем от души достижений самых важных и успехов вам больших. Желаю вам, чтобы вы никогда не теряли чувство юмора, потому что без него в школе очень сложно. Пусть в ваших семьях будет доброта, пусть будет мир, пусть над вами будет мирное небо. Здравствуйте, дети! Садик! Уважаемые педагоги, сейчас мы вам представим зарисовки из школьной жизни «Ожидание и реальность». Сцена 1. Опоздание на урок. Ожидание учителя. Открываем тетради, записываем число и тему урока. Здравствуйте, извините за опоздание. Можно войти? Кто ходит в школу по утрам, тот поступает в вузы. Проходи, пожалуйста. Продолжаем. Реальность. Ребята, у вас все хорошо? Да. Сцена 2. Опрос
домашнего задания. Ожидание. Ребята, проверим домашнее задание. Подождите. Итак, что такое... Подождите. Что такое привилегированные акции? Какие молодцы! Реальность. Проверяем домашнее задание. Что такое привилегированные акции? Сцена 3. Класс во время отсутствия учителя. Ожидание. Да, сейчас спущусь. Ребята, мне нужно спуститься к директору. Задание на доске. Я могу на вас положиться? Да. Все будет хорошо? Да. Ребята, у вас все хорошо? Да! Молодцы! Сцена 4. Контрольная работа. Ожидание. Ребята, сегодня мы пишем контрольную работу по физике. Алина, тебе плохо? Может быть, ребята тебя проводят? Ты точно напишешь контрольную? Реальность. Ребята, сегодня мы пишем контрольную работу. Алина, тебе плохо? Ребята, проводите ее, пожалуйста. Ребята, у вас все хорошо? Сцена 5. Как класс понимает учителя. Ожидание. Ребята, записываем новую тему. Дважды 24, это все известно в целом мире. Ребята, вам все понятно? Да. Вот и хорошо. Реальность. Записываем новую тему. Ребята, вам все понятно? Нет. Тогда продолжим. Thank you.
молчите, а в центре шепчет красный школьный класс. Благодарим всех за внимание. До свидания. До новых встреч. До свидания.